вечер, дорогие любители волейбола. На связи город-герой Тула. Многофункциональный спортивный центр Тула-Арена, где сегодня вновь волейбол. Третий тур женской пари Суперлиги. Тулица принимает саратовский Протон. Прекрасно выглядело. Переходящий мяч. Варвара Сергеева не оставляет шансов. Есть хороший прием, быстрая передача на разорванном блоке. Здесь без шансов для защитников. В центр площадки забивает Ксения Лебедкина. Вновь выбитый прием. Даже близко к эйсу это было, но спасает в очередной раз саратовский Протон мяч. Есть хорошая защита, будет атаковать на круг. Кат от Екатерины Герасенковой. И прекрасная атака от Ксении Лебедкиной по первой зоне. Сама же Варвара на подаче. Выбитый прием, спасает мяч Далия Някина. Есть хорошая доводка, сразу же быстрая передача. И 14-е очко Протона на счету только что вышедшей на площадку Анны Лубенченко. Еще одна классная подача, но здесь здорово в приеме. Виктория Боброва и Полина Ковалева. Так и по первой зоне оставили ей достаточно большую линию Протона сегодня. Но это только первая партия. Возможно, некоторое волнение еще не почувствовали зала. Здесь практически без блока осталось Ксения Лебедкина. Но в последний момент 17-й номер здорово увидела направление, перенесла руки. В самый уголочек площадки отскакивает этот мяч. Часто выходила она в Тулице на замену именно на подачу. Умеет она подавать хорошо сериями, но, к сожалению, не в этот раз. Ошибка. И 25-17. Первая партия в пользу Тулицы. Полина Ковалева начинает с подачи. Перешла она вновь на планер. Высокая передача. Один в один. Ксения Лебедкина закрывает Екатерину Геращенкову. С места сейчас атаковала Екатерина. И отличная атака от доигровщицы саратовского Протона в угол пятой зоны. И очень мощная атака от Ксении Лебедкиной. Классное смягчение от Протона на блоке. Здесь борьба на сетке, и не удается Екатерине сыграть так, как она запланировала. Проскальзывал мяч. Мощнейшая атака от диагональной саратовского Протона. Талинякина выбрала место в защите хорошо, но качественно обработать мяч ей не удалось. На одном блоке Ксения Лебедкина. Мощнейшая атака. Здорово сейчас выпасовывал этот мяч Ксения Мишагина, он был достаточно низкий. Хорошая подача, низко летящая над сеткой, но прекрасный прием Протона. Есть защита у Тулицы через всю площадку. Шикарная передача от Вероники Архиповой. Забивает, и 16-е очко набирает Тулица. Вновь хороший прием. Прекрасная атака 18-го номера саратовского Протона. Забег. Не часто мы его сегодня видим. И Анна Прасова скорее исправляла, чем целенаправленно делала такую скидку. И прекрасная атака доигровщицы Протона. Не помешает. Есть хороший прием. Первый темп. Прекрасно. Быстрая передача, быстрый съем Полины. Удается удерживать преимущество. Протону. И очередная прекрасная атака. Пропускала этот мяч Наталья Някина. Показалось. Скидка на тройном блоке от Полины Ковалевой. Далеко в защите осталась Наталья Селиверстова, и 11 балл отыгран.
Есть защита. Полина Ковалева. Ой, мощнейшая атака. Попадает она в лицо Ольги Костюкевич. Даже, наверное, в ухо лежит. Ольга держится. Это очень больно, особенно если есть сережка. Ей подсказали неправильно. В последний момент она поверила подсказке, побежала куда было нужно. И это и явилось ошибкой в расстановке. Сравнивает счет Протон 25-25. Было очевидно, что ни одна из команд сдаваться не будет. И это есть 29-27. Вторая партия в пользу Протона завершается. Набирает 11. Виктория Боброва вновь из четвертой зоны. 3-1. Страхует Ольга Костюкевич. Спасает мяч в защите либеро Тулицы. Еще одна классная защита от Ольги. На этот раз забивает переходящий мяч Полина Беликова в угол пятой зоны. Никого там не было. Есть хороший прием. Быстрая передача. Хороший накат. Здорово остановила руку в последний момент Ксения. Несмотря на то, что центральная блокирующая Протона не ставила блок в защите. Диагональная. Но в любом случае розыгрыш завершился в пользу Тулицы. И видеозапрос не потребовался. А здесь Екатерина Тимошкова спасает мяч. И невероятная атака, после чего падает и держится за ногу. Может наступать Екатерина на ногу. И поддерживают ее болельщики. Замена в команде «Протон». Площадку вместо Екатерины выходит Инна Круг. И вновь накат по первой зоне. Регулярно сегодня проходит именно эта комбинация. 17 доверенных ей передач, 8 забила. Хорошая скидка от Милы Володиной. Ну и 25-16. Этот сет завершает своей атакой Виктория Боброва. Сыграть этот мяч, возможно, не поделили. Очередная классная защита от либеро Тулицы. Но здесь уже без блока остается Варвара Сергеева. Хороший перевод между первой и шестой зоной. Хорошая скидка. И передача была очень качественная. Через всю площадку удобно висел мяч. Можно было... Выбитый прием. Спасает мяч Есения Мишагина. Без атаки Тулица. У Протона есть возможность сыграть быстро на одном блоке. Оставляет Инну Круг. Шикарная атака. Отличный прием. Очень хорошо показывала Полина Беликова, что готова атаковать. Дернулась на нее центральная Протона. И осталась на одном блоке Виктория Боброва. Не удалось забить с первого раза, со второго Протон готов на блоке. И 17-13 постепенно максимально отодвинулась приемом 18 номер. Первый темп. Хорошее смягчение от Полины Беликовой. Жанна Сенкевич. Скидка. Играет в защите Протон.
Хорошо страхует Ольга Костюкевич. И это первое набранное очко Ливера. Да, конечно, ей его не запишут, но очень радуется она тому, как сложилась ситуация. Двадцать один, 2-2. Вновь посмотрим мы пятый сет. Отодвигает своих доигровщиков с приема, но все равно Жанна Синкевич находит. На Беликова забег такой редкий сегодня, но как вовремя. А Полина Ковалева вновь хороша в атаке, быстро ей пасуют. Подавала она в начале игры силовую подачу, далее перешла на планер. Как хороша сегодня Анна. Пятнадцать восемь, 3-2. Победу одерживает саратовский Протон. Поздравляем. Спасибо, что были с нами, смотрели эту интереснейшую, ярчайшую игру. Любите волейбол, смотрите волейбол. С вами была Татьяна Африканская. До новых встреч на Тула-арене.